Сбежал от судебных приставов. Представители исполнительного органа, пришедшие для выселения из частного помещения многодетной матери, не застали ее дома. По словам судебных приставов, женщина почти 20 лет назад продала одноэтажное жилье, но отказалась его покидать. Новый владелец уже успел продать дом третьим лицам, но женщина квартиру так и не освободила. Хозяева помещения обратились в суд. В настоящее время есть решение о выселении гражданки из дома. Прибывшим на место судебным приставом женщина не открыла дверь. Тогда было принято решение взломать ее. Но оказалось, что в замке изнутри торчит ключ. Когда сотрудники службы проникли в помещение, выяснилось, что гражданка скрылась от них через кухонное окно. На месте присутствовали представители опекунского совета и сотрудники скорой помощи, поскольку женщина ждет пополнения. У нее уже есть трое детей, двое из которых несовершеннолетние. Мы на место совершения исполнительных действий вызывали и на всякий случай врача, и вызывали представителей, конечно же, органов опеки, которые предоставили должнице и ее детям возможность сейчас переехать в центр помощи семьи и детям. Насколько мне известно, там они могут находиться как минимум полгода и каким-то образом решать свои вопросы.